Плюмерия – род тропических деревьев, семейство кутровые. Общеупотребительное название плюмерии – франжипани. В честь итальянского дворянина, который создал духи с использованием этого удивительного аромата. Ареал рода – тропические области Тихоокеанских островов, Карибы, Южная Америка, Мексика, Калифорния, Таиланд. В мягком климате плюмерия может выращиваться в открытом грунте, но в прохладном – в контейнерах, поскольку чувствительна к холоду. Растение успешно размножается черенками и семенами. Цветки источают аромат, который напоминает аромат цитрусовых – жасмина, специй, гордений. Весной плюмерия начинает активно расти, но при условии регулярного полива и при хорошем освещении. В противном случае листья начнут желтеть и рост растения замедлится. Растению нужен умеренный полив, а с середины октября частота полива уменьшается до весны. Большинство цветков имеют приятный запах, который наиболее интенсивен в утренние часы. Описать запах невозможно, потому что он изменяется в зависимости от окружающей среды. Ароматные цветы привлекают много насекомых, но их ждет разочарование. Они опыляют цветы в бесплодных поисках нектара, которого в цветах плюмерии нет. Вытяжки из масла плюмерии широко применяются в косметологии и оказывают противовоспалительное, антиоксидантное и регенерирующее воздействие на кожу, поэтому отлично подходят для использования в ночных кремах, а также в средствах для глубокого очищения кожи. Плюмерия является национальным цветком Лаоса и Бали, а у майя он был символом эротики и, в частности, вожделения. Также считается символом бессмертия. Сажают ее на околохрамовых территориях и буддийских странах. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк и не забывайте про колокольчик. Помочь каналу вы сможете в описании под видео, там указаны все реквизиты. Спасибо вам за то, что остаетесь с нами, и до скорых встреч на канале Феникс.